не знаю, я встречала ли вы такое раньше, но здесь, в Китае, продаются вот такие вот сладости. Это может быть попкорн с грецкими орехами. Ну и по-английски, потому что я забыла русское название, это ягоды. А либо же клубника в карамели, карамелизированная различные фрукты. И не оборачивается вот такой съедобный целлофан. Вот, его можно кушать, его можно есть, он съедобный. Ну и, в принципе, он вкус никакой. Для того, чтобы вы поверили мне, смотрите сами, убедитесь.